Доброй раніцы. Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель». У студії Наталі Гнатенко. Больш активне використання місцевих видів палива, своєчасової оплати і створення бригад для ліквідації наступствів стихійних бедствий. На посядженні Гомельського облвиконкома розгляджена готовність підприємств і організацій регіона до роботи в осінньо-зимовий період. Олег Сінцеров поцікавився перспективами. На дворі вже зараз таке, що без теплої вопротки на вулиці відчуває себе вже не вельми утульно. Да і в домах нема було літньої спякоти. Саме час підвести перші виньки підготовки до нового отепляного сезону. Правда, подачі тепла у квартири прийдеться ще почекати. Необхідно, щоб середня температура повітря знизилася на кілька градусів. Увогулі, не глядячи на те, що контрольний термін готовності об'єктів тепло- і енергозабезпечення 30 вересня, усі основні роботи виконані вже зараз. 55 направлень, які ми займаємося підготовкою к зимі, відповідно, всі плани мероприятий виконані. Ті, які, ну, ще є час, так скажемо, их доделать, и до отопительного сезона они, соответственно, будут доделаны, в полном объеме будет выполнение. Не глядячи на то, что у опошние годы зимы на Гомельщине достатково мягкие, подрыхтовка до этого периода самая серьезная. У вогуле теплая зима на экономице отбивается не самым лепшим чином. Починаючи от недокопа вильготи у глебе за отсутности снегу до страт предприемств, которые занимаются тепло- и энергопоставками. Не вельми добро вытримливают температурные перепады и дорожное покрытие. Правда, сами дорожники рыхтуются до зимы морозной и снежной и кажут об готовности техники и створении запасов супрац и гололедной сумеси. С 15-го костра до постоянного дежурства приступить и специальные аварийные бригады, которые створены на предприятиях паливно-энергетической галины. Тут так само запевнюють у готовности до работы в осенне-зимовый период и шматузровневом контроле за ходом работ. В сентябре месяце прошла проверка Министерства энергетики на соответствие данных паспортов. Проверка замечаний не выявила. То есть на самом деле наши все объекты жизнеобеспечения готовы на 100% к текущему осенне-зимнему периоду. У відповідності з обласною програмою енергозбереження у цьому отепляльному сезоні більш активно планується використовувати місцеві паливно-енергетичні ресурси за одночасової економії бензину, дизельного і біодизельного палива. Олег Сінцеров, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Назиральные комиссии протягивают работу в регионе. Мета их деятельности – проведение обследования у дома владения и квартир, указание на недохопы, которые створяют погрозу безопасности жихаров. Проводятся и профилактичные гуторки. Удельниками одного из таких рейдов стали наши корреспонденты. Представники ЖЭУ, МНС, милиции, газовой службы, установ эдукации, оховы здоровья и социальной обороны. Каждый четверг в таком складе надзиральные комиссии проводят рейды у Гомеля. За один день поспевают проверить до 20 квартир и приватных домовладаний. У поле их зроку справность электропроводки, газового обсталявания и наявность автономных пожарных оповещальников. До речи, опошние выкликают особливую увагу надзиральной комиссии. Нередкие выпадки, коли домовладальники гребуют с допомогой прибора и самовольно его сдымают. У той час, как у надзвичайной ситуации он может выратовать житё. Только на территории Гомельской области таких случаев было даже более 10 штук. Поэтому, конечно, нашим гражданам необходимо напомнить, что установите вот этот автономный пожарный извещатель. Не только там в домах, где он обязательно должен быть, это вот новые дома, а также в своих старых квартирах, просто домовладениях. Своим родителям установите, которые проживают одни. Ведь таким образом вы можете обезопасить свою жизнь, жизнь своих близких. Сім'я Борисєвішов заселилася у нову квартиру зовсім недавно. Коли отримали ключі, ремонту не було. Затоє пожарні оповіщальники були усталявані. Діля пригожості інтер'єру, але на шкоду безпеці, сімейство здимати їх не відважилося. Бувають случаї, що можу просто відлучитися, з дому стаються діти старші. То я спокійно, я знаю, що нічого не случиться. В крайньому випадку це все сработає, то думаю, все відреагують на це, на все. До речі, за самовольне зняття усталяваного пожарного оповіщальника погрожає покарання. Спочатку надзиральні комісії мкнуться просто попередити чоловіка порушенні і провести з ним бесіду. Коли ж це не допомагає, у ход іде штраф до 30 базових величинь. В процентному вираженні по состоянию на 1 сентября ті, які категорії, всі категорії граждан, які відносяться к ЖУ-5, обслідовані 100%. Всі категорії. Зараз йдемо з повторними. Или идем в те квартиры, которые нам дают обновления каждый месяц, списки предоставляют Центр социального обслуживания населения. И наша цель, вот, в принципе, всех этих наших комиссий, чтобы люди поняли, что эти автономные пожарные извещатели – это не просто, так скажем, предмет, висящий на потолке, а это способность сохранить их жизнь. Ганна Ковалева, Александр Гамоля, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».
Верасень – самый горячий месяц для тех, кто сдает жилье в наем. Зараз на улику у податковых инспекциях Гомельской области находится свыше 13 тысяч плательщиков податку, які налічваецца за предоставление такой послуги. Дякуючи их деятельности, у бюджет с початку года поступила значная сумма – амаль 1 300 000 рублей. Але ж, коли рынок пропанов перенасычены, то некоторые господары пустых кватер імкнуться сдать их любой ценой. Например, без заключения с квартиронаймальником договору. И такая легкодумность может закончиться выплатой великого штрафу. Навод тогда, когда квартироздатчик упевнены, что никто не доведается об незаконной сделце. Все лето специалисты установили амаль 400 таких правопорушений у податкового законодавства. Данным гражданам предъявляются налоги за весь период, когда они осуществляли сдачу без уплаты налогов. Кроме того, пеня считается за несвоевременную уплату, а также административная ответственность наступает. Становиться на учет в качестве индивидуального предпринимателя либо организации не нужно. Достаточно заключить договор с физическим лицом и зарегистрировать его в местном исполнительном органе. А те, в свою очередь, передают информацию в налоговые органы, и мы уже ставим таких физических лиц на учет. Сумма податку залежит так само и от места знаходжения кватеры. И она вагается от 20 рублей в месяц на ускрайку Гомеля и до 25 в центре города. У Гомельским палацово-парковым ансамблі плануется обновить скульптуры, которые находились тут до Кастрычницкой революции. У приватности размова идет об помнику Ивану Паскевичу, а так само старожитным идоле, который находился каля сучасной лебединой сажалки. С планами ознайомились наши корреспонденты. Паласово-парковый комплекс у Гомелі – одна из главных славутостей областного центра. Как ландшафтный ансамбль, он створался с 1777 года, когда началось строительство палаца. Ученые говорят, что у Воголи парк основал тут и ранее, и, вероятно, возник еще на основе листового леса. Однако новые архитектурные сбудования потребовали иншей планировки, а тому работы велися грунтовные. Одночасово собиралась и коллекция скульптур, которые уладальники привозили из усяго света. Менавіта так у Гомелі з'явився старожитный паганский идол. За оврагом Гамеюк, например, да, в беседке, как мы знаем, находилась идол. То есть так называемая половецка или скифская баба. Она, скорее всего, была когда-то привезена там, или Иваном Федоровичем Паскевичем, или Федором Ивановичем. Они оба были любителями старины, любителями таких вот каких-то исторических артефактов. Еще одна скульптура, которую планируется установить у Гомельском парку, тычется особы самого Ивана Паскевича, одного из былых уладальников палаца державного дейша Российской империи, генерал-фельдмаршала. Захавалися паштовки и малюнки, по яких можно сделать вывод. Такий помник до Кастрычницкой революции існаваў, але его лёс невядомый. После революционные годы были насыщены вельми значными подеями. Некого бронзовая скульптура могла зацікавить просто как несколько килограммов каштонного металла. Хоть у администрации паласово-паркового ансамбля не выключают махчимости, что бронзовый Паскевич сегодня может заховываться у какой-нибудь замежной коллекции. Але у любым выпадку тут мают твердый намер сделать докладную копию и вельми сподяются на допомогу гамельшан и предприемству спонсоров. Кошт скульптуры оценивается прикладно у 30 тысяч рублей. На самом деле по этому памятнику уже ведется работа более 3 лет, изучение, где он конкретно находился, потому что фотографии понятно, но еще будут археологические раскопки именно в поиск фундамента этого памятника, чтобы мы определили конкретное место, и на это же место мы его и установили, историческое. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо компания «Гомель». Як Гомельский палацово-парковый ансамбль рыхтуется до удела у 3-м национальном форуме «Музея Беларуси». Чем тут плануют привабливать туристов и здивлять наведвальников? Об этом не только пойдет размова у студии программы «Диалог». Гостем станет генеральный директор Гомельского палацево-паркового ансамбля Александр Гостев. Глядите программу сегодня у 19:20 на телеканале «Беларусь-3». Номер телефона у Гомеля 77-68-45. У Гомелі подвели выники областного экологичного конкурса «Зеленый витамин». Он является часткой доброчинного проекта «Юное дарование и экология 21-го стагодия». Сирот задач – содейничание экологичному выхованию детей и молоди. Самые креативные и яркие работы удельника утрапили у объектив нашей камеры.
Кветки, садовина, огородніна – незвичайні природні елементи. Використовує для створення експозиції для конкурсу можна усе, що виросло у огороді чи знайдено на природі. Конкурс «Зелений вітамін» не обмежовує фантазію і дає можливість покреативити удосталь. Навіть коли на перший погляд вчоба мало перекликається з творчістю, місце для її завжди знайдеться. Одинаково всі працювали, не можна сказати, хто більше, хто менше. Представлена емблема, которая есть у нас как бы на форме вроде шеврона, я даже могу вам показать. Вот эта вот звезда. Там изображена тоже из фруктов, ну, из овощей. Еще там как бы, ну, есть, как в старые времена были спасатели, как они ликвидировали пожар. И в новое время, что есть лодки, самолеты, вертолеты, рукава. Вихованці Городецької допоможної школи-інтерната Рогашовського району привезли сюжетну композицію, об'єднану темою білоруського письменства. Ідея узникла одразу, як тільки дитячий фонд обвістив о проведенні конкурсу. Гэтая велізарна книга так само частка композиції. Її вишиня 1,5 метра, вага більш як 40 кілограмів. Звичайно, книги паперові, а гэта драуляная. Основа з фанери, декор кветковий. Природний матеріал збирали вихованці школи, нешта вирошували на присядівному участку. Сложно это было вложиться в сроки и успеть. Очень мало времени и переживали, что погодные условия меняются, начинаются дожди, и цветы сохранить в таком состоянии, в котором они рождаются, это очень трудно. Традиційно до уділу в екологічному конкурсі запрошуються інтернатні установи, соціальні притулки, дитячі доми сімейного типу, шматдітні сім'ї. У цьому році вони привезли кілька сотень робіт. На особливі можна тільки глядіти, інші – покаштувати. Але це пізніше, коли жури винесе свій вердикт. Буйство фарбів і неостримний польот фантазії. При такій шматгранності робіт у жури вельми складана задача. Ви побачили, творчество не має границь. І дуже важливо, що діти наші зайняті, досуг у дітей організовано. На наше мероприятие, на которое не надо звать. К нам идут, если мы дали только предложение, попросили принять участие в этой уникальной выставке экологической. Вы знаете, много лет, уже 14 раз проходит этот замечательный конкурс. Мы думаем, что уже можно такое придумать. Но, тем не менее, нас удивили, поразили и Диснейленд, и спектакль «Ромео и Джульетта». Наталья Игнатенко, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, отель «Радиокомпания Гомель». І об спорті. Стали відомі чвертьфіналісти розыгрышу Кубка Беларусі по футболі. Турнірні шляхи звели у 1/8 фіналу двух представників нашого регіону – Гомель-Чыгунтранс і Мазырскую Славію. Мазырані представляють мацнейший дивізіон чемпіонату країни, гомельчані – першу лігу. Однак, як відомо, у кубкових матчах регалії і статуси не мають ніякого значення. І чыгуначнікі доказали гэта на папярэднім этапі турніру, обыгравшы сталічных крумкачоў. Мазырані, як і трэба номінальным фаварытам, гулялі першым нумарам. Яны рабілі ставку на фланговыя атакі з далейшымі навесамі ў штрафную саперніка. Гомельчані ўсё больш гулялі праз цэнтр. Перед ігрой обращалі, што команда много атакует флангами. Быстрые фланги. Пытались что-то противопоставить. Да, навесы несли опасность. У першым тайме гості часцей білі паваротам саперніка. Нядрэнныя моманты былі ў Мазыран, Варанкова і Катлярова. У Гомель-Чыгунтранса часцей за ўсіх на вастрыні атакі аказваўся Архіпцаў. У другім тайме гульня праходзіла цікава, і моманты былі ў абедзвюх каманд. Аднак лік так і не быў адкрыты. Як вынік дададзены час, у экстратаймах рэальныя шансы на тое, каб не даводзіць справу да 11-метровых, мелі Мазырані Страхановіч і Кобец. Першы, выйшаўшы 1-1, не змог перайграць Селівончыка. Другі не трапіў у паваротах у выгаднай сітуацыі. Серыя пасля матчавых пенальці стала бенефісам галкіпера гамельчан Андрея Селівончыка. Адбіўшы 3 11-метровыя, ён вывел сваю каманду ў чвэрцьфінал. Тут забіваць надо, щоб выграць. А если довели до лотереи, так надо быць уверенными в своих силах. Вот, а этого не оказалось. То есть видно однозначно, что мы психологически к пенальти не были готовы. Гомель-Чыгунтранс – адзіны прадстаўнік першай лігі ў чвэрцьфінале кубка. Таксама барацьбу за трафей працягваюць каманды Батэ, Мінск, Слуцк, Дынама Мінск, Дынама Брэст, Тарпеда Білас і Шахтёр. Максім Савін, Міхайл Рабкоў, телерадыёкампанія Гомель. І гэта быў апошні сюжэт нашага ранішняга выпуску. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і в області. Заставайцеся з намі.